Приветствую вас на канале Asmodee Play. Мы начинаем играть Batman Arkham City. Так. Поэтому мы сейчас настройки все произвели. Все. Можно начинать открыть новую сюжетную линию. Открыть. Так, подсказки. Ну, пусть будут субтитры, конечно. Сложность норм. Так, яркость. Так, я чуть прибавил. Все нормально. Начать игру. Красивая картина. Слуги Двуликого. Лучше не трогай, он тебя убьет. Скоро босс заявится. Он придет. Райли сказал, он видел мыша. Arkham City. Why would he come here? С чего он тут быть? Остыньте, народ! Господи, ну тебе-то жирный сейчас точно наваляю. Какого черта? Извините, мальчики. Ну, красавица какая. Женщина-кошка, это всего лишь я. Давай, вали их! На! Да. Нормально. Комбо насобирал. Женщина-кошка, теперь, когда я со всеми расправилась, можно достать то, зачем я пришла. Давай. Цап-царап. Цап-царап. Try and get one over on me, will you, Harv? Попробуешь меня обойти, Харви. Опаньки, забрали флешку. Инициализация. Парковочная улица. Или парковая улица. Двуликий, убери свои грязные лапы. Живо. Так, а у него любимое оружие — два пистолета. Это мы знаем. Просыпайтесь, мистер Уэйн. Нам многое нужно обсудить. Стрэндж? Тебе это с руки сойдет? Уже сошло. Стрэндж, да, он так козел еще. С вами Вики Вейл, я веду репортаж в прямом эфире из Архэм Сити. Выстрелил в самом центре. Ну да ладно. Через несколько секунд на сцене появится Брюс Уэйн, чтобы объяснить свою внезапную заинтересованность. Знаменитый миллионер. Так, это вот я, да? Так. Ну, я вот был. Делали снимки. Чего меня как захватили-то? За что? Наверное, ты считал себя неуязвимым. Как видишь, никто не уязвим. Не уязвим, вот так скажем, правильно. Спасибо, спасибо, Готэм. Заключенные за этими стенами. В эту резервацию были переведены все узники тюрьмы Блэкгейт и лечебницы Аркхэм. Как это может сделать жизнь горожан более безопасной? Закрой Arkham City. Там полный хаос. Закрыть? С наступлением ночи я стану героем. Прямо как ты, Бэтмен. Так. Сегодня я начинаю кампанию за закрытие Arkham City, чтобы вновь сделать Готэм безопасным. Помните, основная цель — Уэйн. Окружить его. Руки вверх, Уэйн. Цель захвачена. Вот так вот мне, короче, по мордам дали, да, захватили. Хьюго Стрэндж, должен вас поблагодарить. Поймать Брюса Уэйна намного проще, чем Бэтмена. Теперь, получив вас, я могу запускать протокол 10. Господи, там отражение даже мое видно. Хьюг Стрэндж, так, он будет моим наследием, памятником твоей неудачи. Если же ты попробуешь помешать мне, я сделаю так, что все узнают твой секрет. Ах ты, козел! Так же нельзя. Ну нельзя. Так, с людьми. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Давай.
Теперь вы принадлежите мне, заключенные, позвольте представиться. Я профессор Хьюго Стрэндж, начальник объекта Arkham City. Так, ну давай, начинаем. До этого момента вы проявляли полное неуважение к закону, обществу и к самим себе. Ага. Что ты задумал, гад? Думал, мы тебя не слышим? Хоп! На! Знал, что услышите. Знал. Ох, о, о, по морде. Блин. И ведь не сожрешь эту штуку. Добро... Так, что ты здесь делаешь, Вейн? Ты здесь сдохнешь. Так, ага. Ага. Так. Ага, в очередь. Живо, Вейн, да? А там с мордой, кто там, черная маска? То ли сам он, то ли его приспешник, то ли подражатель. Давай. Ну да, тебе-то что? Вы двое с дороги, Уэйн, тащи свою задницу сюда. Ой, я вот тебе притащу. Вы все тут охренеете. Хватит ссориться, девочки. Брюс Уэйн? Ты у меня в списке. Ой, 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 ой. Бах, я тебе такой бах устрою. Жопу порву тебе. Да почему вы меня бьете? За что? Опустите оружие, мистер Уэйн будет хорошо себя вести. Да, мистер Уэйн? Да, 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 да. Не бейте меня, налейте стакан водки, сам все скажу. Наручники оставьте, не стоит слишком упрощать задачу, не так ли? Закрыть дверь, приготовиться к передаче. Давай. Ботаник, держись меня. Конечно. Замечательно. Стоило мне появиться на вашей частной пресс-конференции, и вот где мы оказались. Наверное, это... Ну и хрен на тебя. Держись поближе ко мне, главное, чтоб люлей не получить. Понял? Думаешь, я стану слушаться, и ты парень, который ни разу не дрался? Спокойно, они пытаются напугать нас. Ой, подождите, дайте я лицо посмотрю без маски, видите? Это я без маски. Потом вы его уже не увидите. Давай. На. Я даже в наручниках вам люлей надаю. Не то, что без них. Кто там еще хочет перелезть? Никто? Смотрите у меня. Давай, вставай, придурок. Так, а вот мне сейчас люди это дадут. Посмотри на меня, Уэйн. Пингвин тебя не жалует. Отбой, богатенький. Так, пингвин, ты тоже богатенький? И тебе-то я точно людей навешаю. И это факт. Проснись, проснись, Уэйн. Что такое? Может, позвонить твоему дворецкому? Ой, зря ты его тронул, дворецкому. Кабот, ты не помнишь меня. Как приятно. Моя семья погубила мою... Твоя семья погубила мою, Уэйн. Так что это, скажем так, назовем это старой доброй местью. Ой, еще и кастетом, блин. Почему вы меня все бьете? Взять его! А еще сидят там. Вашему боссу люлей дают. На. На. Да подождите ты. На. Ну сейчас-то уже. Уже без связанных рук и ног-то уж точно вам навешаю. На. Минус орехи. Ты смотри, я как ударю по орехам. Попал, омлет промазал, фальцет. Подожди. Вот так вот.
Все. Так, так, забраться. Конечно, забраться. А куда мне? А, во. Свалим отсюда. Хоп. Ну, кстати, меня одного сюда затащили, этого азиата не стали тащить. Alfred, have you got my location? Only just, sir. There's more interference than usual. I need an immediate drop on the roof of the Ace Chemical. Мне нужно срочно снаряжение. Ну, давай сюда, на здание. Of course, конечно. Забрать на крыше. Да без проблем. Главное не упасть. Сейчас. Not exactly. Although I did get some one-on-one time with Hugo Strange. Да нет. Подожди. Not good. He knows that Bruce Wayne is Batman. Так он знает, что Брюс Уэйн это Бэтмен. А это он про Стрэнджа говорит. Так что он опасен. У него проект какой-то там 10. Так что надо. Так, достаточно, да? Right on time. Как вот, почему крышу не пробил снаряд вот такой вот? Я уверен, он весит тоже прилично. Давайте одеваем наш костюм. Мы супергерой Бэтмен. Так, вот. Ну вот. Скрывай лицо, наконец-то. Теперь хрен догадаешься, кто я. Господи, ничего, у меня мускулатура-то развита. Вот что значит спортзал. Alfred, I took an encryption key from a Tiger Guard. I'm going to hack into the communication. Так, я нашел шифрованный ключ. Хорошо. Вот сейчас. Так, это на небольшой участочек только. Давай. А как мне надо искать-то? Так, раскодировать передачу. Ну, ну вот. Раскодировали. Всем отрядам на связь Тайгер Воздух 4. Подтверждаю, что заключенный 4011 находится в здании суда. Повторяю, женщина-кошка в здании суда. Да ты, блин, либо 411, либо женщина-кошка. Так точно, цель удерживается Дентом. Вероятно, он собирается убить ее. Как он, нам поступить? Отставить все, пускай двуликий развлечется. Ну, падлы. Вас понял, блин, такую девочку загубить я вам не дам. Так. Вы правы, сэр. Двойственность мистера Дента может видеть и мисс Карл Боком. Если кто-то в Аркхем Сити знает, что происходит на самом деле, так это она. Так, я не дам ее вам. Нужно немедленно найти женщину-кошку. Конечно. Подожди. Перед тем, как это сделать. Так. Так. Понятненько. Подожди, да что ты там трещишь? Мне без разницы. Так. Хоп. Привет, темный рыцарь, тебе это показалось несложным? Да, так и задумано. Это лишь предвестник того, что последует. Ну, ты не сомневаюсь. Ты еще пожалеешь, что пытался меня перехитрить. Решай мои загадки, собирай призы. Может, ты не хочешь этого делать, но придется. Ну да. Это вопрос жизни и смерти. Так. Это да. Давайте я люлеем навешаю. На! Так. Мне нужны очки, да? На! На! Arkham City is going to burn.
Так, выполни комбо из 20 ударов, выполни. I told you, it's Batman! Бумк. Бам! Ладно, давай зайдем. Отсюда же мы можем зайти? Можем. Так, а вроде тут закрыто было, насколько я помню, нет? Так, здесь закрыто. Хорошо. Так, так, так. Подожди, не спеши. Так, и здесь закрыто. Так, вот посюда надо было заходить. Смотрим. Двуликий. Единственный способ выжить здесь – завоевать уважение. Страх. Вот как мы завоевываем уважение. Нужно показать всем, как мы работаем. Но нужно поступить по справедливости, ведь это же храм правосудия, как-никак. К черту правосудие и справедливость, убьем его. И они все будут в моей власти, короче. Так, ведите ее сюда. Вот она. Внизу кислота, так? А ты умеешь цеплять девочек, Харви. Эй, а ты над собой поработал? Это за то, что обокрал у нас. Никто не смеет красть у нас. У нас. Прости меня, я была плохой кошечкой. Развяжи меня и не пожалеешь. Мяу. Посмотри, поверил ли тебе монета. Посмотрим, поверит ли тебе монета. С двумя орлами. И один из них. Заседание суда объявляется открытым. Так, давай посмотрим биографию. Биография, так, род занятий, преступник, Готэм голубые, вес 83, детективные комиксы, появился в 1942 году. Окруженный прокурор Харли Дент был одним из сильнейших союзников Бэтмена в Готэм. В Готэме пока один из преступников не плеснул ему в лицо кислотой, ужасно его обезобразив. Во время нападения... Был также поврежден и счастливый амулет Харви, редкий серебряный доллар, одинаковый с обеих сторон, с двумя орлами. Харви увидел в этом связь с тем, как изуродовано половина его лица. Теперь он подбрасывает эту монету, чтобы решить судьбу своих жертв. Блики процветает в Архам-Сити, собирая заключенных в банду при помощи своих проверенных навыков командной работы. Так, половина его лица обезображена, мастерски владеет двумя полуавтоматическими пистолетами 45-го калибра, психоз на почве дуализма и числа 2, вопросы жизни и смерти решает подбрасывание... Исцарапанной с одной стороны монетку. Так, ладно. Пойдем, пойдем, пойдем. Так. Без шума. Конечно. Чтобы не было проблем. Давай, на! Сейчас вам всем люлей тут наешь. Тихо. Тихо. На! Так, всем навешал люлей. А, кстати, у меня же есть задача еще помимо этого. Так. Добро пожаловать в Войнтек. Выбери улучшение на экране Войнтек. Понятно. Улучшение. Так, что у меня? Устройство. Так, ну, бэткостюм, скольжение. Атака сверху, удар. Так, это у меня открыто. Так. В бой. Так, решающий удар на земле. Спец... Так.
Это у меня есть специальная комбо решающий удар. Так, вы можете мгновенно нейтрализовать почти любого так. Одним ударом. А вот решающий удар Е. Ну это да, во время комбо. Так, костюм мне прокачка, новая баллистическая броня. Броня. Взрывная волна. Ну, взрывную волну, конечно, можно, но сначала давайте бой. Специальная комбо стая. Джексон! Ну, что ты сделал? Ой, ой. Overruled. Отклоняется. Heads or tails, орел или решка, киска? Which one lets me out of here alive? Что же позволит мне выбраться отсюда? Not this one. Не это. Time to die. Пора умирать. I vote for a stay of execution. Ходатайство об отсрочке. Да. Молодец, девочка. Что ж ты раньше не выбралась? Нет пистолета, Харви? Какая жалость. This is gonna hurt. Будет больно. Two guns, bitch. Два пистолета, сука. Опа. Я его поймал, а я его поймал. А я думала, это у кошечек 9 жизней. Ух ты. Мяу-мяу. Как дела, Харви? Да, молодец. Иди к кошечке. Так, отдай мне штучку эту. Тебе раньше говорили, что ты полон сюрпризов. Я думал, что тебе пригодится моя помощь, Селена. Ты прав. Кажется, я ноготь сломала. Смешно. Так, что там нужно, мистер детектив? Протокол 10. Протокол 10. Что ты знаешь о нем, Селена? Никогда не слышала. Я не на это надеялся услышать. А что насчет Стрэнджа? Я ему не доверяю. Его несколько лет не было видно, и вдруг он оказался во главе Архам-Сити. Говорят, он работает с Джокером. Говорит, что-то особенное специально для тебя. Может, это и есть протокол 10? Готовить. Динь-динь-динь, большая мышка. Смотри, как убивают твою кошку. Я тебя убью. Бывший окружной прокурор что-то заподозрил. До встречи, боец. Спокойно. Опасное место. Оно мне нравится. Что? Поцелуй ждешь? О, да. Это был Джокер. Оставайся здесь, тебе небезопасно. Никому не безопасно. У меня 9 жизней, помнишь? 9 не 9, береги себя. Так, я должен найти место, где пуля вошла в здание. Сюда и откуда она попала. Так. Блин. Давай сначала здесь. Потом здесь. Так, траектория пули приведет меня к выстрелу. Хопаньки, хопаньки. Вот она, из башни стреляли. Все понятно. Туда и пойдем. Так. Ну-ка, для начала посмотрим, что здесь у нас. Так, добавлена локация, да? Протокол 10 вступит в силу через... Ага. 30 days has November, April, June and September. Так. Of 28 is but one. All the rest... Давайте посмотрим. Of course, leap year comes and stays. Every 4 years, got it right. The dogs will sit with their master... Кстати, ладно, потом покажу и расскажу, что это. Выходим. Мышь, мышь, мышь. Think they heard us? Good. I can't believe we're still out here at night. Hop. Look, I told you I was sorry. I lost track. Look out! It's Batman! На. На. Так.
Подожди минутку. Тихо, тихо, тихо. На! Ух ты, минус зубы. Так, а у меня что надо? Какие еще надо? Так. Решающий удар на земле. Так, это прокачка. Так. Подожди, биография новая. Карта у меня нет. Не это интересует. Устройство. Устройство, да, еще рано пока устройство-то. Так, мне. Вот она. Вот что я искал. Так, планируйте непрерывно более так метров. Так, скопируйте вертикально более... Так, спикируйте. Есть. Планируйте 30 метров не выше 5 метров над водой. Используйте 3 быстрых устройства в одном бою. Получите 5-кратный бонус за разнообразие в одном бою. Это потом все. Проведите атаку с воздуха от оглушенного противника к другому. Требуется... Что, 3 раза? Выполните подсечку, скольжение требуется 3 раза. Проведите добивание против врага. Так, отбейте метательное оружие. Ладно. Угу. Where are they? They should have been back here hours ago. I don't know. They know the rules. I keep telling you guys, get back here before it gets dark. Maybe Two-Face's crew got them. Подожди. Why the hell didn't they listen? This is the only place we're safe. You stay in here. Сейчас, минутку. Мы возьмем приз и... Взяли. Так. Так, карта, где карта? Мне надо сюда. Тихо. Где ты? Давай. Hello, Batman. Давай. Do you recognize my Привет, voice? Бэтмен, узнаешь мой голос? Виктор Зас. Виктор Зас. Собственной персоной. Я рад, что ты меня помнишь. Уж я-то тебя не забуду. И потому заготовил специальную игру, Бэтмен, только для тебя. Динь-динь. Ага. О, падла. Так, ладно, биографию потом будем рассматривать. Нет. Look who it is. Так. Please, don't hurt me. Куда мне? Batman. А, мне. Мне же туда надо. Давай, камеры долой. We've lost the camera in sector 2. You cold? Of course I'm cold. It's like 10 below out here. Holly left us outside to freeze to death. Тихо. На. Все, заходим. I'm at the church. Так, у меня... like я у церкви, кажется, Харли Квинн уже там.
Да. Посторонись, Бимен. На, дурочка. Вертела я тебя. Так, отстань от девчонки, летучий урод, иначе пристрелят, ага. Так, лучше сделай, что просят. Так, новый уровень, что новый уровень? Что, я могу что-то опять прокачать? Устройство. Давай, ну, так, бэт-костюм, я даже не знаю. Новая боевая броня. Ну, давай, вот. Взрывная волна. Улучшена. Вот такой вот оригинальная. Что скажешь, мышонок? Тебе нравится? Хотя о чем это я? В общем так, мистер Джейн сейчас не принимает гостей. Он не очень хорошо себя... Нет, на самом деле все в порядке. Я не это имела в виду. Проговорилась. Ну давай. Даже у психов и то больше толку. Так. Мне пора бежать, мальчики, если он начнет чудить, убейте его. Но ты не останешься со мной. Ой, красотулька какая. И я тебя. Что ж, нужно спрятаться и тихо устранять их по одному. Дымовуху. На. Хоп. Нормально. Они не знают, где я. Пускай так и будет. Пора изучить комнату. Так. Двое заложников. Будет несложно. Так, у него заложник. Я могу незаметно спланировать к лесам, над ним и напасть оттуда. Хоп. Нормально. Так, вы свободны, только тихо. Так, если подкрасться к ней заметно, то я смогу убрать обоих одним ударом. Конечно. Так, этот идиот решил, что использует безопасно. Давай. Бум. И вот этот дурачок, который спрятался. На. Вот так. The room is secure. You're safe now. Так, все чисто. Давайте бегите. Thanks for the help. Ну. Не с тобой говорить. Опять. Давай. Блин, падла. Ладно. Пойдем. Все-таки мне на башню надо. Так. Ага, вот сюда. Так, пробел. Доступно новое улучшение устройства. Где? Так, доступно. Так, взрывная волна, устройство. Так, дымовая граната. Ага. Улучшение написано. Ну нахрен. Смотрим. Так, вот она. Вот и винтовка. Кажется, она управляется дистанционно. Да блин, какая кнопка тут? Вот, пробел. Все? Анализ проведем? Сколько мы уже не виделись, дай подумать, лечебница, парочка монстров, а потом... А точно, ты оставил меня умирать. Вообще-то я тебе зубы выбил. Может, ты все запомнил по-другому, но это было так. Так. Hurry up now. Clock's
Давай. Сваливаем. Опаньки. Ты меня хотел убить, падла. Так. Альфред, я обнаружил сигнал, использующийся для удаленного управления снайперской винтовки. Дело рук Джокера. Кто бы сомневался, сэр. С помощью сигнала я смогу его найти. Желаю удачи, сэр. Так. Я взял трофей. Так, а здесь что? Куда он ведет? Так. А, кстати. Мне кое-что еще надо сделать. Так. Ну тихо вы. You're going to die tonight, Bat. You're gonna die here. Тихо, тихо, тихо. Да. Используйте три быстрых устройства в одном бою. Использовал. Так. Что у меня получается еще тут? Планируйте непрерывно. Так. Спикируйте вертикально более чем на 50 метров. Так. Проведите атаку с воздуха от оглушенного противника к другому. Проведите атаку с воздуха от оглушенного противника к другому. Ладно, потом посмотрим. Проведите добивание против врага. Так, проведите добивание против врага требуется 5 раз. Ага, отбейте метательное оружие. Попадите батарангом о взрыв. Так, объект. Так. Выполните батаранг комбо во время боя. Выполните удар бэткогнем. Требуется 5 раз. Ага, 5 раз. Ну, подожди. Ну давай. Так. Так, дополните задание новое, так. Ага. Все понятно. Так, ненавижу. Так. А значит, атаку бэткогня. На. 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 Показать. Показали. Ну, это мне не интересно, так. Мне вон туда надо. Joker wants me to make sure he's the one with all the food. Look out! It's Batman! На. 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 Сломал.
Да я вроде как... Подожди. На! По рогам. Так, устройство так. Обезоружить биткоптем. Хорошо. Это мы прокачали. Тут ничего больше не закрылось. Так, это что? Используйте дымовую гранату, чтобы дезинтерировать окружающего так врага, затем проведите решающий удар. Обезоружьте врага при помощи биткоптя. Требуется 3 раза. Так, свесившись с высокой точки, так, проведите нокаутирующий удар. На. Так. А, вон куда мне надо. Спокойно. Зайдем сюда. Хоп. No. We shoot every sorry ass loser that comes this way. Okay. Wait a second. Doesn't Joker's PA say he takes anyone? Так. We do. Что, маленько не то, да? Хорошо. Давайте смотрим. Наше испытание. Оно нам пригодится. Augmented reality training failed. Ага. Augmented reality training activated. А здесь просто летим. Без всяких осложнений. Augmented reality training complete. Так. This place gets more dangerous every day. Еще тренировочка. Augmented reality training activated. Все понятно. Так. Augmented reality training complete. Так, завершить еще 2 тренировки. Давай. Man, it's cold in here. Tell me about it. Do you remember when it's на, сюда. Хопа! Туда, туда, туда. Спокойно. Ничего сложного. Пока у нас нету. Так. Так. Мы... Ой. Вот здесь вроде. Так, планировать. Так, пикируйте более чем на 50 метров. Так, 30, не выше 5 метров над водой. Давай попробуем. Давай, справился. Где у нас тренировка? Вон она.
Туда мне надо. Ну, пока не сложно. И вот сейчас мы крюк получим. Давай, 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 давай. Приземлились. Получили усиление крюка. Давайте как раз прокачаем, что у нас тут. Новая комбо. Так, это бой, да? Специальная комбо кнут. Так, боевая броня. Так, а баллистическая броня. Специальная комбо подножка. Специальная комбо стая. Критические удары. Так. Так, чтобы вас... Ну, вы уверены, что вас это интересует, это улучшение? Так. Ну да, сразу после завершения предыдущего приема. Ну да, давай. Мне пригодится. Did I forget to pack something? No, Alfred. Так, все. I think I need the grapnel boost. But Mr. Fox told you it's not yet ready for field deployment. It's still in the prototype stage. I've done enough training. Так, я достаточно тренировался, я готов. Куда ты сбросил? А, вот. Вот он. Давай. Вон он. Мой усилитель крюка. Берем. Увеличить скорость работы крюка. Все верно. Так. Вот здесь у нас что? Сложная тренировка. Кстати. Мы идем сюда. Да, вот именно вот сюда. Так. А знаете зачем? Вау. Блин, подождите. Да стойте вы. Вы мне пока не нужны. Так. Давай, 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 давай. 50 метров есть. Так, а мне же обезоружить надо. Так. Что, все что ли? На. Ладно. На. Come on.
На! Вот так вот, девочки. Так. Дополнительные задания. Опаньки. Что у нас осталось? Планируйте непрерывно. Ну, это вот сейчас уже можно сделать. Планируйте так, 150 метров. Не используя усилителя. Испланируйте непрерывно более 150 метров, не используя усилителя крюка. Так, ну это вот на обратном пути мы сделаем. Планируйте непрерывно более 250 метров. Можно использовать усилитель крюка. Давайте пока они легенькие. Мы сделаем. Давай. Speak. Отслеживаем. Отслеживаем его. Давай, где ты? Где ты? Игра началась. Должно быть, ты слышал, что я дарую спасение. Это не спасение, ты же убиваешь их. Так, это всего лишь вопрос с точки зрения. К примеру, лично я вижу трех маленьких поросят, просто умоляющих меня излечить их от жизни. Хотя, конечно же, с их собственной точки зрения все выглядит совсем иначе. Тронешь их за я из-под земли достану. Не сомневаюсь, но сначала сыграем в игру. Сейчас где-то в Arkham City, зазвони телефон. Да, район большой, но ты должен его найти. Давай. Будем отслеживать тебя, значит. Если замешкаешься, я убью поросят. И не пытайся обхитрить меня, один друг помогает мне передавать сигнал отсюда до самого Бладгвейна, так что найти ты меня не сможешь. Давай, анализ. Анализ. День, день, день. Так. Мне надо... Да вот вы-то мне нахрен не нужны. Мне вот камера нужна бы. Так. Давай, еще разок. Давай. Блин, ты мне не дал ему люлей отвешать. Так. Куда мне? Так, дополнительные задания. Так, совершается нападение. Так, звонящий телефон. Вот сюда мне надо. Как метку поставить? Правый. Хоп. Давай. Блин. Успел. Так, надо вот этот кружочек все время сейчас держать. Давай, где ты? Я найду тебя, психопат.
back. Куда? I now know that that was impossible, of course, that their death served a higher purpose. Телефонный кроме трансляционной вышки. The joy of cold steel cutting through warm flesh. I had no idea how I could save these. Ну смотрите, неплохо, да, за раз отсканировал. You should have stayed that way. Really? Правда? Неужели? Что ж, разговор окончен. Ищи другой телефон, Бэтмен. Пока. Так, ладно, мы его потеряли. Ну ничего. На. Some kind of smoke. На. Неплохо. Что я завершил? Так, ага. Надо пролететь. Пока их 12. Но мы здесь не за этим. Мы здесь по другому поводу собрались. Мы здесь собрались, чтобы пролететь. Так. Пролетели. Смотрим. Пролететь, пролетели. Так, это испытание у нас. Чего тут выполнять, решающее при помощи усилителя крюка. Хорошо. You sure about this? No, but what choice do we have? There's gotta be something else we can do. What? You screwed it up with penguins, guys. Так. I think they'll kill us if we go back there. And you saw what happened when Batman went in the court. Maybe Two-Face is still okay, you know? Давай. Шарики. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Так, спокойно. Вот здесь где-то все было. Смотрим. Так, совершается преступление. А вот и вот мне.
А я смогу сделать при помощи усилителя крюка? Так, специальная комбо, так, ускорение специального комбо. Устройство. Так, обезоружить быть комбо. Бой. Так, ускорение специального комбо. Позволяет выполнить специальное комбо после достижения множителя вместо 8, это улучшает. Ну хорошо, ладно. О, хищник. Новый решающий удар крюком, вот. Так, выстрелить крюк, пробел, решающий удар, усиление крюка. Прицелившись крюком с выступа под противника, можно использовать усилитель крюка, схватив врага. Ну так, надо отходим. Так. На. Подождите, ребятки. На. У меня же... Да тихо ты. На. Блин, промазал. Выполните, так, выполнил. Хопаньки. На! Все. Вот еще одно сделал. Что у нас остается? Поймайте управляемый батаранг. Используйте полностью усиленный управляемый батаранг, чтобы свалить врага. Так, у меня есть управляемый батаранг. О, 12. Все, поймал. Так, управление, так, ускорение, тормоз, вырыв, так, выравнивание, разворот. Вот. Понятненько. Поймал. Так. И используйте полностью усиленное управление, чтобы свалить врага. Сейчас выполним. Ага, спокойно.
Блин. Так. На. Взял. Arkham City. God forsaken. Все. Идем далее. Шарики, шарики. Шарики за ролики, шарики, камеры, так. Далеко. Ну-ка, так будет гораздо ближе, да? На. Попал. Полностью заряжен. А где мы? Да, это Бэтмен. Блин. Давай назад. Смотрим еще разок. Блин, мимо. A world of fun, mischief, and best of all, a world where the only person you need to answer to is yours truly. His masks? So, let's get this straight. Нифига не получается так. Augmented reality training failed. Augmented reality training activated. Там, блин, еще хреноватенько видно. Блин. Да, здесь сложно будет. Спокойненько. Augmented reality training activated. Телефон. Все, всех злодеев всех победили. Можно и на звонок ответить. Говори, куда мне теперь бежать? Так. Поиск звонящих телефонов. Так, сигнальный огонь. Это что за сигнальный огонь? Узнать причину использования сигнального огня. Сложная тренировка. Вау, в город. Ладно, метнемся. Блин. Узнать причину сигнального огня. Мне этот... Заск тоже нужен.
так-то он хоть и как идет дополнительное задание, но все же. Бегом, 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 давай. Нет отдышки. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Блин. Грёбаный заск. Где ты? Вот он. You made it. Следим, следим, следим за ним. Блин, не могу читать, извините. Английский я не знаю. Давай. Пристрастился к азартным играм. Ну что ж теперь. Так. Давай, сюда маленечко. Не убежишь, не убежишь. Так, по дороге, кстати, надо будет это сигнальный огонь посмотреть, причину. Это, по-моему, этот херота, который титаном накачанный-то. Ну как же его зовут-то? Бич. Он, наверное, зовет о помощи там. Я ощутил нечто новое. Ну давай, ощутил, ощутил. 19%. Ух ты. А, все. Понял. Подожди, а здесь можно пользоваться-то крюком? Здесь-то вроде можно. Блин, перебор. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Да стой ты, размечтался. Так, как я ее проходил-то? Блин, ни хрена не так, что ты вот не мог? В некоторых местах ты вот прямо нормально так действуешь, а в некоторых хрен отцепишься. Мне надо точку найти для разворота. Так, фонарь только не задеть. На. На. Так, еще можно что-то прокачать? Хищник. А, хищник у меня весь прокачан. Так. Фокус непрерывного боя, так, новое. Подтвердить. Давай. Непрерывный бой лучше. Устройство мы все равно пока прокачать не можем. Ну и копить смысла не вижу. Так, мы тут закончили. Что это? Сложная тренировка, еще одна. Ладно. Нам все-таки надо к Джокеру. А,
подожди. Тут. Вот здесь вот, да. Так. Все. Это, так скажем, пробник был. Взял. Вот все. Вперед. Так, до Бэтмена хрен доберешь. Ой, до Бэтмена, до Джокера хрен доберешься. Ну, тоже странно. Это вроде и не сложно. Так, а какие я сделал, да? Эти. Ну да, некоторые сделал, многие еще закрыты. Вот так, это что у меня? Итак. А, ну-ка еще раз заставить атаковать другого при помощи дымовой гранаты, да? Завершите бой при помощи бетаран-комбо. Заставить врагов атаковать друг друга. Хорошо. А, блин, на обратном пути я живот хотел. Это, кстати, мне по дороге было. Сразу не сделал. Ой. У меня тут еще кое-что есть. Еще одно испытание, кстати. Augmented reality training activated. Не очень. Блин, вот почему я говорил не очень. Да, это я. Так, мне сейчас не до тебя. Подожди минутку. Блин, перебор. Так. Augmented reality training activated. Надо один раз только сделать как-то.
Давай. Один раз. Augmented reality training activated. Too chicken to fight me like a man, Batman? Figured. Augmented reality training failed. He's too chicken to face me. Ну подождите вы. Давай по рогам. Давай зайдем, узнаем, что тебе надо, бич. Неожиданно увидеть тебя, Бэтмен. Конечно. Last time I saw you, you were wrapped around the hood of my car. You knew it would not kill me. I wasn't trying to. Ты сломал мою машину, кстати. I'm in no mood for a fight. Я знаю, что тебя не убью, но машину-то ты мне все равно попортил. Козлина. The Payaso managed to send some off Arkham Island before you stopped him. Что-то там, доктор Аркхам. How much more did Joker manage to get off the island? Too much. That is why Titan. I'm here. Доктор Янг использовал меня, чтобы создать его. To abuse the Titan. Значит, не позволишь, да, использовать Титан? Что ж ты сделаешь? А помнишь, как ты меня гонял? Так, найдем контейнеры Титана и уничтожим их. Идет? В каждом контейнере встроен радиомаячок. Всего в городе осталось 12 контейнеров. Ну, по 6 штук каждому, потом встречаемся тут. Идет. Today isn't a good day to lie to me, Bane. Remember that. Для вранья. Для вранья, так для вранья. Подключение, вот он. Все это будет. Забрал. Хрупкий альянс. Так. Блин, а как мне эту тренировку-то вонючу? Надо только вовремя все сделать. Блин. Так все хорошо начиналось. Падла. Почему с этого края вылазит, уже не знаю. Ладно. Augmented reality training activated. Augmented reality training. А почему ты второй-то раз? Ладно, не буду вас заморачивать этим. Пропустим мои тренировки. В общем, еле-еле с греховым пополам. Все-таки я эту тренировку прошел. Там, оказывается, ускорение не очень-то. Надо было им пользоваться так слегка только. Идем. Так, где-то вот здесь вот. Опа. Ага. Это у нас что? Сложная тренировка, блин. Так. Я еще за ту за сложную тренировку ничего не получил. Ладно. Давайте, я не буду вас мучить. Как действовать, вы примерно знаете. Итак, с передячим паром я кое-как нахрен завершил эту гребаную тренировку там. Да, там есть небольшой такой секрет, там надо два раза
Два раза надо пикировать. Да. Подожди. И... Вроде всех раскидал. Ага. Подожди. I'm sick of standing out here. I'm gonna crack open the crate and drink the Titan myself. We've lost the camera in sector 4. Yeah, you get up. На. На. Хоп. Бум. Все. This Titan container is well protected. Так, один. The only way to destroy it is to use explosive gel. I need to find and destroy the rest of the Titan container. Теперь сюда. Так, новый уровень. Что у нас? Устройство есть? Устройства нету. Бой. Непрерывный бой с устройствами. Оставим пока. Блин, эти тренировки там нахрен еще. А еще же одна есть тренировка. Так, это другим уничтожается. Вот он. Второй бак с титаном. Так. Смысла нет мне сюда, да? Или есть смысл? This water is at boiling point. The suit won't protect me. I need to find an alternative route. Значит, еще рано. Ладно. Просто знай, что я здесь. Так, 78. 54, так. Где-то подо мной, да? А где ты можешь быть-то здесь? Тихо. Я удаляюсь. Так, я приближаюсь. Сюда. Я не понял. В каких дверях ты там ошиваешься?
Sometimes that might mean I'm locked up tight in a bomb-proof bunker behind you, but don't worry. I'll always make sure that you're there to protect me. Hop. А, чуть-чуть. Чуть-чуть. Еще маленечко, и мы возьмем этот трофей. Хотя мне не трофей, надо искать от Джокера. Рано. Рано. Да и близко слишком. Надо сначала отлететь, а потом уже. И уже потом только, когда отлетел. Вот, вот так. Почему он не сработал? Ладно, бог с этим. Давайте искать Джокера. Где у него там пещера его? Так. Вау. Тихо, тихо. Подожди, тихо, тихо, тихо. Дай-ка я сбегу. Ничего, я влетел. Вон радиостанция-то. Так. Еще не готово, да? Not getting away from me. Jeez, it's you. Could have killed you. Stop pointing that thing at me. Подождите, подождите. Блин, чуть не. Тихо. What? On me! I got him! Хоп. Нет, так меня быстро прикончил. Так, радиовышку-то я нашел. Мне надо от этих людей избавиться. This is no good. He won't wake up. How is he doing this? Leave him. We've got more important things. Даже не схватиться ни за что. Too scared to show yourself. Хоп. Подожди. Оп. Давай. Вот внизу. Where do you think he went? Welcome, inmates.
You are now taking your first tentative steps towards a better world. A world of fun, mischief, and best of all, a world where the only person you need to answer to is yours. Nah. Вот так. А где тут дверь? Alfred, I need to find a route to the Sionis steel mill. Have you tried the front door, sir? Why didn't I think of that? It was obviously too easy. Let's see, if all the other access routes are locked down, the only way in would be... No, it's suicide. Остается? Нет, это самоубийство. The main chimney. Главный дымоход? Okay, then. Ну ладно. Смотрим. Хопа! Какой я крутой, блин. Самоубийство. Конечно, самоубийство. Откуда там эта проволока натянутая вот? Хоп. Давай, давай. Перепрыгнули. Перелезли. Стоять. Нет, здесь никак. I need to cool down the coal somehow. Так. Нет, точно мне сюда. Только. Давайте не тяни, 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 тяни. Вот так, чтобы я ручки не обжег. Сюда. Ничего себе. Давай-ка, давай-ка. Так. Повиснуть. Сюда. Почему я в этой железяке так уверен должен быть? Так, так. Давай, я сюда. Не пройти. Все правильно. Откроем. Чуть не упустил. Так, а мне сюда потом еще можно будет спуститься. Но это все будет потом. Так, а куда мне там можно было пройти? Мне интересно, куда там ведет. Никуда? Никуда. Так, придурки, вперед за дело. Так, разбегаются, что-то делают. Давайте. А я пока посмотрю. Надо пройтись дальше. Здесь замораживать надо будет. Who is Holly talking about? А здесь like she's declared war on Freeze. Yeah, she sounded pissed. How's he connected to Joker? Прошли. А зачем мы прошли сюда? She's always freaking out these days. Joker really must be sick after all. Понятия не имею, за каким мы сюда шли. Еще, значит, по идее, будет отключили.
Only what was on the TV. Ну, где-то дальше. Like some kind of freaking monster. He was huge. Здесь не отключили. I thought he was gonna start ripping choppers out of the air. And then next time we see him, he's all normal looking. Yeah, normal. Like he ever looks normal. Okay, whatever. He looked like the Joker. Yeah. It was weird. Ладно. I don't buy it. This is all part of Joker's plan. It's the freaking bat! Подожди. Не. Подожди. Подожди. Я из него сейчас дух вышибу. Да. Ну, вроде бы как бы все. Кучка аборигенов. What the hell are you doing here? Что ты делаешь? Ты, они тебя должны были убить. Да, конечно. Well, there's no way you're getting to Mr. J. Ничего ты не понимаешь. We're safe and sound up here. Можешь оставаться you там и горько жалеть, сколько влезет. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Альфред, Джокер's hold up in the manager's office in the steel mill. На сталелитейном заводе заперся. Of course I will. Уверен, вы найдете способ. Способ-то я найду. I'm going to find her first. Then deal with Joker. Утащили женщину врача. Вот сюда утащили. Все верно. Давай. Пойдем. У меня карта тут. Что ж, я думаю, поди на этом мы можем и закончить. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, оставляйте комментарии. Увидимся в следующей серии. Пока.